Сегодня на проезде Уральском и переулке Песчаном заместитель главы города Людмила Терещенко с отраслевыми специалистами пытались понять, на каком основании идет бойкая торговля незаконным алкоголем в магазине «Кубанские вина». Вы мне дайте вот полный пакет документов на это вино. Полицию пришлось вызывать, словно на вверенном им участке работы они и не знают о существовании предприятий, продающих бормотуху. Как правило, торгующие не находили документов, разрешений, хозяева бизнеса оказывались в срочных отъездах. История не нова. И здесь как никогда нужны законные действия полицейских. Приходилось срочно вызывать муниципальный контроль, запрашивать разрешительные документы в управлениях торговли и курортов и туризма. Но и торговые точки, и объекты общественного питания вырастают на муниципальной земле, как грибы после дождя. Документы где ваши? Давайте, на кого вы работаете? А там что у вас? И кому какое дело до того, что скажут о нашем городе его гости. Людмила Терещенко, объединив усилия всех служб, готова решительно бороться со стихийными шалманами на проходах к морю.